Проходи. Какому запуску? Садись, уж там сейчас будет с тобой. Места свои занимать. Так. Ты где будешь сидеть? Вот тут? Я буду вот тут. Свет настрою. В одно действие. Как называется салат? Забыла. Ну, вспоминай, название тебе же говорил. Называется на букву П. Давай, вспоминай. Па. П. Палитра. Палитра. Да. Ребята, сегодня палитру мы готовим. Да. Так, значит, это... Так, я с вами не буду сесть. Да, я вас превращу по бисике и гуску. Капец, откуда такие хоть у тебя высказывания, Танюх? Где ты такого набралась? Танюх, ничем не пахнет? Да ничем не пахнет. Ну правда скажи. Ну понюхай, правда. Ну понюхай. Ты голубой, ты обманщица. Ведь подумаешь, что правда воняет. Ничем уж не пахнет. Ну дай ножик надо взять. Так. Прищемил парень. Не прищемил. Не прищемил. Ничего, до свадьбы заживет. Значит, смотри. Не заживет. А что же произойдет? Блин, на голове надо срочно стричься. Капец просто. Отросли. Палочка, у меня вот подписчик. Так на твоем фоне есть. Мне надо говорить, а ты говоришь, что за дела-то? Так, значит, у нас с тобой есть ветчина. Ветчина. У нас есть вот такая вот. Вот такая колбаска. И вот такая. Колбаска. Но это не совсем колбаска, это ветчина, поняла? В принципе, там одно и то же, в это, что намешано, что в колбаске, что не в колбаске, что ветчина. Вкусная колбаска. Значит, у нас есть с тобой Global Village. И там есть. Так, а пята? Нет, кстати, ты какую банку взяла? Я тебе сказал, возьми опята, ты взяла ассорти, тут и груздья. Ну ладно, пойдут, наверное. Маринованные грибы. Ассорти, значит, у нас в составе немножечко вонючего сыра. Назвать не буду такого, ну просто не то, что вонючего, он просто немножечко за нас перележал, возможно. Мазик, естественно, вот такие вот сухарики взяли, багет. А лук никакой мы крошить не будем, красный, потому что палочки особо не любит лук. Итак, значит, начинаем. Перед началом, значит, знаешь, что надо сделать? Скажи, чтобы наши люди, кто нас смотрит впервые, подписались, поставили лайк и написали комментарий. Давай. Да. Давай. Что говорить? Ну, скажи, ребята, подписывайтесь на Палыча, лайкос за видос, коммент. Давай. Подписывайтесь на Палыча и коридор, и за мест. Все, что не попадя. Так, значит, сливаем эту жижку. А тебя пока что я сливаю жижку. Превращаю в статуэточку. Абракадабра, статуэточка! Смотри, пальцы не обрежь. Куда ты суешь? Попробуй-ка фасоль. Большая. Да это как кукуруза. Попробуй одну, кусай. Ну. Какая хорошая, да? Смотри, а то наесться, пукаться будешь от нее. Ну, чтобы не ела. Мы с тобой должны же покушать, да? Ты будешь такой сладкий есть? Mm-mm. Почему? Не люблю. А для кого я готовлю? Для меня. Ну, ты же моя принцесса. Как думаешь, нам столько хватит с тобой колбасы? Mm-mm. Чё? Еще. Ну, ты хочешь, я там тебе поесть? Да. Дайте кусочек. Mm. Не надо. Не надо? Колбасятина. Колбасятина, не колбасятина. Да, себе руки не вытирай, Тань. Мама. Только одели футболку. Колбасятина у нас такая палитная. Вот колбасятина. И свинина там. Какая свинина? И свинина там была. Да. Посипите, какая колбаса. Кому надо колбасы, подписывайтесь на лайки. Колбаса хорошая. Палыч сегодня готовит
мы с ним сами готовим. Танюш, все излапала. Мы с тобой сегодня... Мы... Вот такая синина у нас. Давай, я потом есть не буду. Я промою. Твои... Где ты бы руками хваталась, за что? Все, я промыл. На, вытирай руки от тряпку. Вытирай. Вытирай. Все. Резать начинаем. Вот такая жареная колбаса. Кому надо колбасу жареную? Тот что должен. Пойди в магазин и купить ее. Правильно? Мы с тобой купили две пачки колбасы. Да? Вот такой майонезик у нас, ребята, маленький. Малышки. Малышок у нас это папа. Вот такой. Да? Папа еще чиновайки. Да не позорь папу. Смотрите, какая аппетитная. Под самковой зубоной. Иди отсюда. Все. Все. Начала папу бить, да? Нет, не буду бить. Иди в комнату. Все, не пускаю тебя пусть... сюда. Давай. Я хочу вот так. Давай. И что, будем вместе резать? Угу. Держи нож. Держи. Сначала вот так. Потом вот так. Потом... Чаки! Пап, давай вот тут будем резать. Я кукла Чаки. Нет, 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 нет. Я сейчас съем. Ты актриса у меня еще та. Я Чаки. Я с ножом Чаки, кукла. Так, ладно, все. Что ты икаешь? Не икаю. Ну, убери руки отсюда, ты что, нож? Кусочек колбаски хочешь, на, бери. Вот, бери. Колбаска. Да это не колбаска, Таня, это ветчина. В принципе, разницы никакой. Да какую доску? Все. Палыч, палыч. Грибы нарезали, лук нарезали. Закидываем сюда. Так, нам осталось с тобой немножко натереть сыра, и наш салат с тобой готов. Поняла? А он какой сыр? Вонючий? Да нет. Нет, пойдет. Не совсем прям, знаешь, вкусный, но что есть, то есть. Все. Так. Оп. 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 Все. Осталось этот салат заправить майонезом и перед подачей на стол забросить сюда сухарики. Сухарики? Заканчивай. Сухарики. А, сухарички. Идея. Давай. Тихо. Давай. Сколько по десятибалльной шкале ты оценишь этот салат? Ну сколько? 5. Ах ты маленькая. Все, ладно. А, короче, вот такой Палыч быстро салат намутил. Буквально за 20 минут приготовили салат наивкуснейший. Заправляем сухариками, но это перед самым подачей. Пан, тебе дам один попробовать. Все. Со всеми прощаемся. Всем до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.